Я уже, конечно, знаю, но не помню, как его зовут. Это, наверное, Гагарий Юрович, наверное. Юрий Гагаринич. Юрий Гагарин. Он самый-самый из людей первый полетел в космос. Его все запомнили. Гагарин. Собаки. Белка и Стрелка. Человек первый, Гагарин. Нет. Белка и Стрелка. Перед Белкой и Стрелкой еще были собаки, только они в космосе умирали. А это первые собаки, которые вернулись живыми. Ну, там собачки разные. Они там стены ракеты грызли и выпадали в космос, а там задыхались. Так они железные. Ну, они были. Они долго там кусали. Мне кажется, еще обезьяны летали. Никакие животные не летали в космос. А в космосе есть... космонавты. На самом деле они едят из тюбиков. Это будто как из пасты. Надо через планету перелететь, и окажешься в космосе. Да, далеко, там нечем дышать. Кислорода там нету. Нужно специальные скафандры одевать. У нас, кстати, кошечка один раз полетела в космос. Я с ней, то есть, полетела. И моя сестра со мной тоже захотела полететь. А ракету папа сделал. Космонавтом стать легко. Просто надеваешь скафандр, и этому сообщаешь, и ты можешь улететь. Сначала надо пройти всякие курсы на центрифуге покататься, чтобы проверить. Сначала ракету построить нужно. Это только могут мальчики. 14 мальчиков могут построить большую ракету. Надо на ракете сначала пристегнуться, обратно-то на счет. Дернуть за рычаг, и уже ты окажешься в космосе. Начинаем отпуск как-то так. 3, 2, 1, и она улетает. А мне так мечтала поехать, полететь в космос. Я готова, а вот мама нет. Папа на своей ракете с мамой летал, и с братиком, и с собачкой, а мы с кошечкой летали. А кошечке было 3 годика, она умела считать до 9, а 9 планет то же самое было. Маме в космос можно лететь. Мне и бабушке Оле. А папе? Папе? Нет. Папа полетел в космос на ракете прямо. И мы скажем: пока, папуль! Мы полетим в космос. Надо себе построить ракету. И на одной станции туда зайти, и она тебя отправит на Луну. Мы правда не поедем в космос, потому что у нас где будет ракета? Только в мультике могут летать в космос. Да, это такой мультик, это все придумочки.